Сабантуй в переводе с татарского на русский означает «день плуга». Праздник завершения весенних полевых работ и надежд на богатство и изобилие урожая. В Иванове Сабантуй проводился в 19-й раз. Национальный праздник собрал более 3000 ивановцев и гостей города в парке культуры и отдыха имени Степанова. Праздник, во-первых, это о том, что самобытность именно, не забывать корни, звать культуру. И, естественно, встречи даже. Встречи, многие именно встречаются на Сабантуй. Какой же праздник без угощения? Почетных гостей на Сабантуе встречали татарским национальным блюдом чак-чак и чашкой чая. Также на праздничной ярмарке ивановцы могли отведать плов, шашлык из баранины и самсу – пирожки из слоеного теста с начинкой. По традиции татарского народа начинался Сабантуй с молитвы и благословения имама. Украшением праздника стала имитация татарского национального подворья. Его привезли гости из Тетюшского района Республики Татарстан. Слов нет уж, как, даже я не знаю, как это выразить. Мне очень нравится вот, ездить, вот, например, и радовать народ. Короче, вот они радуются, все подходят, и бабушки вспоминают свою молодость, что вот здесь избёшки такие. А некоторые даже слезятся, плачут, что, им, вот, что мы им сделали такую радость, такой подарок. Не обошлось на Сабантуе и без традиционной борьбы на поясах Куреш. Молодые борцы-батыры готовятся к соревнованиям, ведь победителя состязания ждет традиционный приз. А на протяжении всего праздника песни на татарском языке, танцы и веселье. У татар есть правило – гулять надо так, как работал, поэтому гуляют они на широкую ногу. Анастасия Николаева, Олег Мелехин, РТВ Иваново.